Всем привет, дорогие друзья, с вами Дмитрий. Сегодня у нас на распаковочке вот такой вот интересный смарт-браслет. Очень похожий на браслет от компании Xiaomi, типа как Mi Band. Но это не Mi Band, это вот не знаю от какого производителя, если честно. Что ж, давайте мы его откроем и разберемся, как он работает и как он выглядит, посмотрим. Описание. Умный браслет с новым большим сенсорным дисплеем, функции вибрации для уведомлений входящих вызовов и будильника совместим с вашим мобильным устройством по Bluetooth. Сенсорный экран позволяет управлять вызовами и воспроизведением музыки. Умный фитнес-браслет обладает большим количеством функций, например, шагомер, уведомление, пульсомер, измеритель длительности и качества сна, бег, велоспорт, тренировки, танцы, гимнастика и так далее. Благодаря этому вам будет проще следить за состоянием здоровья и оценивать результаты тренировок. Браслет может работать автономно неделю с беспрерывным мониторингом вашего здоровья, без смартфона, с последующей синхронизацией. Полиуретановый браслет удобен для повседневного ношения, его легко закрепить на запястье и отрегулировать под нужный обхват. Фитнес-браслет может показать время по взмаху руки, а его основной модуль также защищен от пыли и воды. Характеристики. Совместимая система iOS и Android, прямоугольный экран 80 на 160 мм, USB Bluetooth, вес 53 грамма. Поставляется вот он в такой вот небольшой коробочке. Давайте посмотрим. Хотя, если, знаете, вот сам-то я ношу браслеты от компании Xiaomi, конкретно вот Mi Band 5. Вот. От других производителей я на самом деле еще ни разу не видел таких вот браслетиков. Давайте посмотрим, сравним. Очень жестко запаковано. Что ж, вот наша коробочка. Написан, это браслет M3 My Device My Life Comfortable. Здесь, смотрите, у нас перечислено: письма принимает, часы, будильник, спорт, вот это еда, сердечный ритм. Не совсем понятно, что здесь. Здесь он показывает, смотрите, пульс. Показывает давление крови, сон, входящие вызовы, WeChat, сеть их куку, QQ, куку, Twitter, Facebook, Alarm Clock, типа будильник, да, фотоконтрол, напоминание, что вы долго сидите. А вот это вот я не знаю, имеешь это что. Что ж, давайте посмотрим. Так, здесь у нас что идет? Здесь у нас идет гарантиечка. Далее у нас идет описание. Смотрите, способ загрузки приложения. Так, и вот у нас, собственно говоря, сами часики. Ремешок очень сильно похож на ремешок от Xiaomi. Да, по сути, даже такая же зарядная станция, как от Xiaomi. И наш браслетик. Давайте посмотрим. И конструкция тоже очень сильно похожа на, наверное, знаете, Mi Band 4, возможно. Да, Mi Band 4. Так, здесь я его вставляю. Давайте его воткнем, посмотрим. Так, вот он запустился.
насколько можете видеть. Сейчас он заряжается. Его надо синхронизировать, чтобы он хоть как-то у нас работал. Так, давайте мы займемся как раз этим. Так, а чтобы синхронизировать данный девайс, мы возьмем, соответственно, инструкцию. Здесь у нас есть QR-код. По этому QR-коду мы пройдем по ссылочке. Чуть-чуть прикрою дырочку. Так, давайте. Здесь нажмем английский язык. Hrufine называется приложение. Давайте скачаем его. Так, пока у нас скачивается, соответственно, у нас заряжается сам браслетик. Так, я везде все разрешаю. Надо создать аккаунт. Буду создавать. Так, я его зарегистрировал. Давайте имя напишем. Почему-то имя 33 написалось. Напишу Дмитрий. Так, имя Дмитрий. Пол мужчина. Почему-то на женщину. Так, мужчина. Возраст 1 год. Отлично. Так. Ну, давайте что-нибудь поставим там, неважно. Не, ну, чуть совсем. Ну, давайте, ладно, 85. Рост. Допустим, 170. Вес. Ну, забавно, кстати, здесь сделано вот это вот все дело. Так, 79. Имперская, либо метрическая, да? Угу, все, килограммы, сантиметры. А, что, все заново? Нет, все нормально, все. Так, окей. Теперь нам нужно здесь сделать следующее. Именно добавить девайс. Соответственно. Вот он нашел его уже сразу. Давайте его так положу. Я отсюда уберу, чтобы вы все видели. Так, дверку чуть приоткрою. Так, нашел девайс. Давайте соединим подключение. Здесь у нас часы сразу среагировали. Long press to confirm. Надо долго задержать. Вот не успел. Так, создать пару. Нет, все-таки создать пару. Все нормально. Разрешить. Так. Часы и телефон синхронизировались. Время синхронизировалось. Давайте я его выдерну, чтобы посмотреть, что он нам показывает. Достаточно быстро, кстати, этот начал считать, видимо, пульс или что-то такое, пульсомер начал работать. Find phone. Ну-ка, давайте нажмем найти телефон. Так, подождите, а он не сенсорный, что ли, или что? Здесь просто нажатием на вот эту одну сенсорную кнопку все делается. Вот я зажимаю долго. И меняется экран. Бах.
другой. Так. Допустим, шаги, калории, пульс, давление. Это что, измерение кислорода, что ли? Прошивка, find phone, message, reset, off. Так. Допустим. Ну вот я запустил, и тут, да, видите, знаете, телефон заработало. Так, давайте посмотрим, что у нас конкретно в приложении есть. Движение, сон, пульс, давление, да? То есть я вот здесь вот, вот так положу, чтобы вы видели, допустим, старт. Да, он начинает мигать, все нормально передается. Так. А, данные, давайте посмотрим, что здесь. Данные понятно. Так, это у нас ходьба. Всегда включен, допустим, да. Статистика. И... А, вот настройки браслета. Давайте посмотрим, что тут. Так, найти браслет есть. Ух ты, блин, сильно как, а? Нашли. Уведомления о сообщении. Вот у нас стоят тут эти. Стоят, собственно говоря, всякие у нас эти. Все приложения, входящие в вызовы, уведомления на текстовом, это Вичаты, Куку и так далее и тому подобное. Будильник. Будильник надо создавать, я так понимаю. Уведомления о малой активности. Если вы долго сидите, допустим, 45 минут на одном месте, он вам будет это типа трезвонить. Почему вы долго сидите? Напоминать. Удаленная съемка, это понятное дело. Типа... Понятно, непонятно. Монитор сна доступен. Измерение пульса. Не беспокоить. Вибрация. Язык меню. Китайский, английский тут. Метод ношения на левой руке, либо на правой. Угу. Синхронизировать. Так, отключить устройство. Шагов до цели и об устройстве. И все тут, в принципе, так больше так особо и ничего нету. Такие, ну, достаточно простой девайс. А, экраны здесь загружать нельзя. Единственное, мне кажется, на солнце будет достаточно плохо видно его. Reset. Давайте зажмем и зарезетимся. Сбросил. Hello. Угу. Он сразу вот коннектится к телефону. Так как у нас уже был с ним коннект. Ну, вот, в общем-то, вот так вот. Такие вот часики. Ну, они достаточно простые, тут я ничего не могу сказать, да, если даже сравнивать их с Mi Band, можете посмотреть. Здесь OLED-дисплей стоит, здесь ЖК-дисплей, скорее всего. То, по ходу дела, он просто этот... севший. Яркость у них, ну, такая средняя, скажем так. Ну что ж, друзья, на этом, я думаю, закончу. А с вами был Дмитрий, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.